Нечки, мы приехали на марокканский склад, где мы наиски видим. Сейчас будем, нам надо купить сладкую картошку. Вот так выглядит склад оптовый. Овощная, ну как, овощная база. Немножко только покажу. Потому что сейчас меня уже спалят лук, чеснок. Ну и все такое. Еще мы приехали вон в магазин резкий корм купить. Ау. Есть. Кепас. Агломеранте. Ocho es 10 литров. Lo mismo que 4 euros sale en Mercadona. Sí. Por 8, sí. Короче, смотрим, что будет, порешили. Смотрите, что я нашла. Корм. Кролики. Хорошенькие. Маленькие. Сколько стоит кролик, интересно? Блин, тут чего только нету, а? Вот сюда лучше не ходи. Давид как ребенок побежал там все эти смотреть. О, смотрите, что. Они спят. Я не знаю, можно тут снимать или нет. Нельзя. Прям висит табличка, что нельзя. И я такая борза с видео хожу. Ну ладно. Сделаю вид, что не заметил. Короче, пойдем еще что-нибудь потом покажу. Что, боже мой, каких паштетиков только нет. Чего только нет. Ужас. Кикерас тодо. И на месте момента. Кен? То. Да? Но. Ну, Бена, нормальный человек хочет все сразу купить. В то же время. Но здесь, кстати, Феликс-то и подороже стоит. Ну, вот такие цены примерно.